Первое посещение детского стоматолога. Мы рекомендуем приходить в клинику за 10-15 минут до начала приема для того, чтобы ребенок познакомился с клиникой, освоился в новой обстановке, а родители успели заполнить все необходимые документы. Нередко мы сталкиваемся с желанием родителей начать лечение в первое посещение, однако важно помнить, что данный визит ознакомительно-диагностический и во многом определяет ход дальнейшего лечения и его результат. Во время первого посещения в игровой форме ребенок познакомится с врачом и ассистентом, стоматологической установкой, приборами, которые используются в процессе лечения, получит необходимые знания о ходе предстоящих процедур, а врач проведет осмотр, фотопротокол и по показаниям выполнит рентгендиагностику и анализ снимков с помощью искусственного интеллекта. Далее врач составит план лечения, совместно с родителем согласует график и количество визитов. В конце данного приема у ребенка сформируется позитивный стоматологический опыт, а родитель получит всю информацию о здоровье полости рта своего ребенка и четкое понимание дальнейших действий.